Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life is My Life. Сегодня я заехал в лес, чтобы выбрать зимнюю рождественскую зеленую красавицу. Вот такой вот лес вокруг меня. Сейчас будем что-нибудь выбирать. Это то же место, где я был в прошлом году. Жаль, телефон не передает запах. Запах просто неописуемый. Вот. Ну и вот такие вот красавицы. Типа этой. $125. Сейчас я разверну. Вот такая вот. 125. Типа, скажем, голубые ели, что-то такое. Вот, хорошенькая стоит. Сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Ценник есть? А сколько это ценник? Надо спрашивать, не знаю. А, вон. Опа. Тоже 125. Походу, все, которые с зелеными, по 7 футов, они 125. Ну, так вот. Сейчас, короче, что-нибудь выберем. А потом покажем, когда мы наряжаем. А желтый ценник сколько стоит? Но она такая тоненькая. Совсем мне как-то никак. Никак. Худенько. 105. Ну, пошел выбирать. Тяжело выбирать, когда такой большой выбор. Начинаешь смотреть. Там веточка, там ровней, тут кривей. В общем, как-то так. Это те, которые по 105. Наверное, надо идти в 125. Как-то один раз в год мы брали вот такую вот. Пухнатенькие. Они вообще недорогие, $75. Пушистики. Понюхаю. Тоже пахнет хвоей. Хорошо. Наверное, это будет, мне кажется, вот это. Да, ровненькая. Это ровненькая, с одной стороны. Пойду покручу руками с телефона. Ну все, елка едет домой. Телефон держу, поэтому немножко неудобно. В общем, красавица с налогом получилась 136 там с копейками, или ровно 136, что-то такое. А вот она там в темноте лежит. Вот почему хорошо иметь минивэн. Загрузил без проблем и поехал. Потому что даже в джип она бы наверняка не влезла. Ну, смотря в какой джип, если длинный такой хороший сюв, то она войдет, а если какой-то коротенький, маленький, то и не войдет. Потому что она до самого потолка. И сейчас будем наряжать. Всем хорошего праздничного настроения, с наступающими. В общем, сейчас 2 часа 40 минут ночи или утра. В общем, 2:40 после полуночи. Не получается снять так, чтобы елка с подарками влазила. В общем, команда Санты справилась на отлично. И вот так вот валяется без сил. Команда устала. Просто валяется без сил. Завтра дети будут все это счастье потрошить.
Thank you.